Казаки будут укреплять русскоязычное население Северного Кавказа. Об этом их лично попросил полпред президента России в регионе Александр Хлопонин. На встрече в Ессентуках с атаманами Терского казачьего войска Хлопонин признал наличие серьезных проблем в Дагестане, Ингушетии и ряде других республик. Поэтому он призвал казаков укрепляться на этих территориях. По приблизительным подсчетам, Терское казачье войско сегодня насчитывает порядка 35 тысяч человек.